Здравствуйте. Хотим рассказать о нашем новом приобретении приставки, смарт-приставка для ТВ, IconBit XDS16, которую мы приобрели в магазине, интернет-магазине Online Trade буквально сегодня. Значит, приобрели мы данную приставку, потому что видели, как работает этот девайс у наших детей. То есть было очень интересно, что на обычном телевизоре можно иметь возможность просматривать фильмы, работать как на компьютере. В общем, глядя на своих детей, мы сделали заявку в магазине Online Trade и вот буквально через 2 дня стали обладателями данной приставки. Как вы видите, приставочка упакована в очень аккуратную красочную картонную коробку, вот, на которой много информации о том, что она из себя представляет. Значит, мы видим, что у нее 2 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт флеш-памяти. Значит, разрешение у нее 4К Ultra HD, возможность просматривать передачи 3D-видео. Ну, не знаю, посмотрим. HDMI разъем для соединения с телевизором. Значит, Wi-Fi 10 бит, это информация о передаче, о цветовой передаче данной приставки. То есть очень большая возможность цветопередачи. Что еще? Значит, Android 6, в принципе, достаточный для работы. Значит, написано, что можно смотреть онлайн ТВ и кино везде, где есть интернет, без антенны, спутниковых, кабельных ресиверов. Вот. Возможны облачные сервисы IconBit с бесплатным ТВ и кино. Значит, на обратной стороне данной коробочки, что мы видим, показаны разъемы, которые присутствуют в данной приставке. Значит, это разъем питания, USB 2 разъема, разъем под CD-карту, HDMI разъем для соединения с телевизором, LAN-развод для подключения проводного интернета, AV-out – это у нас подключение к аудио и, возможно, подключение к телевизорам старого поколения. Значит, что, четырехъядерный процессор, что очень неплохо. Видео входа HDMI написаны. Кабель для AV разъема не входит в комплект, но мы, уже зная о том, что у нас будет такая приставка, мы сходили в магазин и купили такой кабель. Память 2 гигабайта и 16 гигабайт флеш. Внешняя microSD, сеть Wi-Fi достаточная, распространенная, 2 USB входа, значит, универсальный пульт обучаемый, но это мы потом посмотрим и покажем. Питание, размер, вес. Вот все, в принципе, что мы можем увидеть на коробочке. Давайте начнем распаковывать. Видим, что здесь прикладывается бесплатный месяц подписки на EV сайте. Значит, ну, это в дальнейшем мы это посмотрим. Значит, чек. Тут у нас руководство по пользователя краткое, но очень краткое, настолько краткое, что только картиночки и, видимо, чисто интуитивно будем уже разбираться, как будем подключать. Гарантийный талон. Ну, гарантия у нас в чеке. Гарантия год. Значит, коробка. Сама приставка упакована в пакет. Вот она,
такая небольшая. Вот у нас разъемы все, которые были указаны. Так, складываем, открываем. Здесь мы видим пульт, очень маленький, аккуратный, легкий. Посмотрим, как он в дальнейшем будет работать. Написано, что может работать в режиме мыши и в режиме пульта. Ну, в принципе, заявлено интересно. Будем смотреть, насколько это будет реально. Значит, здесь у нас адаптер питания от сети. Очень хороший, хорошо выполнен. Значит, здесь у нас две батареечки для пульта. Очень приятно, что укомплектовано. И здесь у нас HDMI кабель с пластмассовыми заглушками, что предохраняет кабель от повреждений. Кабель хороший, плотный, достойный. Вот, в принципе, и вся комплектация данной приставки. Как она подключается и что мы получим при ее подключении, мы покажем в дальнейшем. Производим подключение приставки икон Bit SDS-16 к аналоговому телевизору с аналоговыми выходами, не используя провод HDMI, так как на данном телевизоре такого разъема нет. Значит, подключаем к сети. У нас загорается синяя лампочка. Пульт у нас уже готов. Мы можем включить и выключить. На данный момент, пока она не подсоединена, она находится в дежурном состоянии. Значит, для того, чтобы не показывать, как я подбирал тюльпаны. Тюльпаны у меня подключены. Здесь AV-выход. Я его подключаю к приставке. Все, приставка готова к работе. Включаем телевизор. Находим видеоканалы. Вот у нас приставка включилась. То есть отображение на экране, меню приставки. Что еще можно сказать? Значит, работая пультом на этой приставке, значит, можно работать пультом, как обычным пультом, с переключением по функциям. Можно работать пультом как мышью. Правда, несколько медленно получается работа курсора, но во всяком случае она работает. Значит, я взял и подсоединил USB-мышь. Здесь USB-разъем. И обычной мышью начинаю работать, что намного удобнее. То есть намного эффективнее, быстрее и удобнее. Вот. Ну, здесь мы еще не зашли. Для того, чтобы вернуться назад, правой кнопкой мыши щелкаем, возвращаемся назад. Все, на данный момент, значит, подключение произошло. Приставкой мы очень довольны, будем пользоваться, рекомендуем ее к покупке.